Парни, всем привет! Ко мне сегодня подъехала вот такая вот четырка 6-го года, инжектор. В общем, на ремонт. Надо будет разбираться по электрике, не работают задние фонари. Топы не горят, габариты не горят и задний ход не работает. Также там. Также вот этот дополнительный стоп-сигнал не работает. Глушитель надо будет подварить. Ну и глушителем я завтра займусь. Так что надо будет разбираться. Сейчас буду снимать платы. Ну, делать по-другому. Буду делать перепайку. Потому что родные там эти, как сказать, ну, плохо работают. У них, по-моему, болезнь на этих четырках, девятках, восьмерках. Плохой контакт, окисление, все дела. Так-то вроде по кузову еще не крашено. Ну, здесь вот пошла ржавчина. По идее, все это надо зачищать, подбирать краску, грунтовать. Также можно пройтись цинкарем, но это, но на все это надо денежки. Машина на штампах. Ну, здесь вот то же самое, по дверям пошла ржавчина. Также вот здесь вот треснута пластмасска. Здесь вот плафон разбит. Машинка вроде как бодрая. Давайте посмотрим, что там под капотом. Обычный восьмиклоп, инжектор, аккум новый вроде. Ну-ка, там масло есть. Масло темное, лучше заменить, не сказать хозяину. Ладно, хоть она там есть. Также здесь не горят габариты. В общем, габариты в круг не горят. Надо посмотреть все предохранители, может, какой перегорел. Сейчас сниму, посмотрю. Также релешки надо проверить. Вот свою старую книжку достал. Когда-то у меня была девятка. Лет 10 назад. Так, а книжка осталась. Так, это с карбюратором схема. А нам надо инжектор. Так, вот европанель. Вот схема. Вот провода идут. Синий. Ну, в общем, сейчас буду разбираться. Все посмотрю по схеме. Какие провода, какие предохранители. Так, что у нас по салону? Салон обычный такой. Лобовуха бита. Музыка стоит под флешку. Чехлы такие. Оплетка на руль. Вот я снял заглушку. Вот с этой кнопкой надо будет разбираться. По итогу, когда нажимаешь на вот эту кнопку, нифига не происходит. Горят только вот, по-моему, передние фары. Дневной свет, как сказал хозяин. Сигнал работает. Стеклоподъемники есть. Ладно, сейчас эту кнопку сниму, посмотрю, в чем проблема. Может, контакты подгорели. Вот так вот и глушитель хрипит. Звук такой неприятный, надо будет подварить. Но это сварка завтра будет. Скинем массу. Так, предохранители у нас целые. Я уже все проверил. Сейчас буду снимать платы. Буду их перепаивать. Также срезал вот контактное соединение. Будет стоять другое. Здесь посмотрел. Здесь половина сломана. Половина согнута. Они, видите, весь все окислились. И контакт плохой. Всего из-за этого и фонари не работают. Так, ну вот снял плату. Все контакты здесь посмотрел. В плохом состоянии. Сейчас будем, ну, перепаивать будем, по-другому делать. Так, ну все, починил. Кнопка сделана, кнопка в рабочем состоянии.
Все проверил, все работает, питание есть. Оказывается, там внутри эти подгорели контакты. Наждачкой все зачистил, ну и все сейчас работает. Сейчас поставлю на место. А плату я вот переделал, перепаял. Так, сейчас покажу, как я сделал. Вот нашел на разборке вот такую вот проводку. Отсюда снял вот эти вот, ну, в общем, папка, мамка называется, как. В общем, специально такие эти переходники. Вот, видите, здесь на 8 контактов, а здесь на 6, 6 контактов. Все перепаял, снял отсюда по фишке, вот они стоят отсюда. И вот одна фишка. По идее, ничего сложного нет, если по схеме смотреть, где какой контакт идет, и он выходит на лампочку. Сейчас пойдем устанавливать, а ночью уже посмотрим. А, кстати, также взял скотч, вот такой вот под хром, и вот здесь вот все вот так вот наклеил, потому что здесь отражателя же нету, и светят они не очень ярко. И вот здесь вот так все наклеил. Так, ставим на место. Это правая сторона. Так, вот смотрите, здесь также сделал фишку. Здесь мамка, значит. Ну вот под этот разъем. Ну и также здесь. Подключаем контакты. Видите, все стало идеально. Главное теперь это соединение надежное. А вот это соединение было полная хрень. Замыкало, все держалось плохо. Так, сейчас поставим левую сторону. Так, здесь все протер тряпочкой. А то пыль была там. Так, ставим. Кнопку я проверил, контакты зачистил. Сейчас будем ставить на место. Так, снял лампочку с габаритов. Здесь стояла лампочка вот такая. Проверил, она не работает. По итогу поставил другую лампочку, а здесь обычную поставил. Ну, такая стоковая, так сказать. Сейчас проверим. Так, предохранители все работают. Также здесь вот почистил отверстие. Листья там лежали. И вода здесь, наверное, стояла. Видно, что здесь какая-то солома. Сейчас, конечно, светло. Ну, чуть попозже будет, я проверю. Так. Музыка загорелась. Так, пробуем. Ага, появилась лампочка, вот она. Так, видно, что там лампочка горит. И здесь горит, так, сзади. Ага, горит. Горит. Так, аварийка работает. Установил палку на педаль тормоза. Напарника нету. Ну и проверяем. Работает. Работает. Так, вот здесь вот одна лампочка только работает. Сейчас вот это тоже сниму. Приборка загорелась. Вот дальний свет. Ближний горит и дальний. Ну и дальний работает. Так, ну и проверить надо задний ход. Включил зажигание. Задний ход. Что у нас там? Не горит. Хотя контакты все подключил по схеме. Сейчас посмотрим. Может, здесь сама фишка не работает.
Сейчас посмотрю, колесо поверну в другую сторону. Так, нашел. Вот она фишка. Вот она, я ее отключил. Вижу немного ржавчины здесь. Сейчас напрямую замкну. Напрямую сейчас замкну ее и включу заднюю. Посмотрим, будет гореть, нет. Так, замкнул напрямую. Проводок подставил. Включил зажигание. Заднюю передачу. Горит. Горит. Значит, сам датчик сгоревший. Сейчас попробую контакты зачистить. Может, заработает. Если не заработает, то надо менять сам датчик. Снимать эту защиту. По итогу надо менять саму этот лягушку, датчик этот. Ну и потом будет гореть задний ход уж. Так, решил посмотреть заодно масло в коробке. Какой там уровень. Так, ну. Масла мало в коробке. Стоит на, по-моему, минимум. Ну-ка еще разок. Так. Ну да, масла маловато. Так, снял доп-сигнал. Сейчас отмою его, посмотрю напрямую, будет работать или нет. Подключил напрямую лампочку. Питание есть, значит, дело в этом самом плафончике. Сейчас буду разбирать, смотреть. Разобрал этот фонарь. Вот отражатель. Внутри грязь. Скорее всего, вода попадала. Надо будет все промыть. Видите, сколько грязи. Ну, как типа резистор. Вот он здесь есть. А вот в этом месте он отвалился. Надо будет посмотреть. Может, найду что-нибудь и припаять. Так, ну по запорожцу несколько слов скажу. Краска все подсохла. Хорошо схватилось, даже есть какой-то блеск, небольшая шагрень, а так цвет приятный. Сегодня уже второй день, подсыхает. Как-то так. Колесо еще не поставил. Поставлю колесо, поедем на покатушке. А так по запорожцу пока все. Так, по четырке давайте покажу. Что я сделал? Так, окон поставил. Сейчас капот закрою. Надо будет масло долить в коробку. Уровень там маленький. Так, сейчас расскажу, что по электрике сделал. Кнопочку сделал. Вот она работает. Сейчас на улице светло. Чуть попозже покажу, как она в темноте горит. Вот, видите. Загорается панель приборов. До этого эта кнопка не работала. И, естественно, габариты не работали. Так, нажал на тормоза. Горят задние огни. Вот. Стоп-сигналы горят. Также эту сделал. Ну, правда, вторая часть там перегорела. Я паял. В итоге, по ходу светодиоды все перегорели. Там. В итоге надо или полностью менять вот эту часть. Полностью. Она там отсоединяется легко. Или перепаивать. Подложил фольгу. Ну, тут скотч под хром. Стало немного посветлее. Плюс я еще немного там внутри все поотмывал немножко. Так, сделал. Вот эту часть тоже сделал. Одна часть не горела. Тоже снимал, все промыл. Не стал записывать. По итогу сейчас подсветка номера работает отлично. Также задний ход не работает. Надо будет поменять лягушку. Ну, она там, спереди, я уже показывал. Напрямую работает, а так нет.
что, друзья, вот такая была небольшая ревизия проводки. Все проверил, все зачистил. Обновил платы, поставил новые переходники. Теперь проблем, надеюсь, не будет. Так что, друзья, ставим лайк, подписываемся на канал. И до следующего видео. Так, ну вот, купил новый датчик. Цена вопроса 100 рублей. Сейчас будем менять. Ключи подготовил. Попробую отсюда залезть. Здесь получше доступ. Защиту неохота снимать. Вот эту защиту снимать. Можно и отсюда, правда, но долго возиться. Попробую сверху. Все, датчик заменил. Немного масла ушло. Вот старый. Немного приподнял машину, ну, чтобы меньше масла вытекло. В итоге все равно немного этот, ну, успело накапать. Поставил аккум, зажигание. И все. Все работает.